Шайба, вот она. Шипачев. Бросок. Хороший бросок. Ой-ой-ой. Джефф Плетт. Ну как же так можно? Да, расстроен. Такой колючий. По характеру Джефф Плетт все прекрасно понимает. Но соперник-то тут при чем? Шайбу-то запишут на Вадима Шипачева. Хоккей, автоголов нет. Ну, там никто не мешал Плетту. Как же так получилось? Давайте еще раз на повтор. Ой-ой-ой-ой. Да, Лаланд отбивал. Ну, отбил так, как смог. Бросок-то был очень хороший. В дальний угол. И попадает шайба в ногу. Пытался там клюшка ее выбросить Джефф Плетт. Панарин-то в чем тут виновен? Джефф.